работает. Добрый вечер. Обалдеть. Ёханый бабай. Аншлагу 25. Юбилей подкрался незаметно. Обалдеть. Я сегодня утром проснулся, я не пойду на аншлаг. Посижу дома. Голоса-то нет. Включил кондишн на полную. У меня наш Russian кондишн. Что делать без голоса-то? Где голос, а? Предлагали добрые люди. Юрок, махни полтишок, будешь петь, как Леша Гипс. Это Гриша Лепс. Только рюмка водки на столе, а 0,7 уже во мне. Я вам скажу честно, друзья. Так, голос. Голос — это фигня. Лишь бы аккомпаниатор скоро должен подтянуться. Приехал нормальный чувак. Конечно, все чуваки нормальные, все консерватории за плечами, но встречаются иногда и придурки. Редко, но встречаются. Только бы не придурок, а? Только бы не придурок. Звали. Не придурок. Хуже. Давно с огорода. Как звать, болезный? Вы знаете... Откуда я знаю? Это меня все знают, как свои пять гальцев. Ты кто? А, вы не знаете? Меня зовут Софокл. Вот. Это что, фамилия? Нет, это имя. Слышь, чувак, здесь только у меня имя, Бандерлогин Батьковский. Ты пока еще никто. Софокл, ёканый бабокл. Ты скажи, как ты мне звезде будешь на вот этой фигнюшке аккомпанировать? Что это вообще такое? Ты это что, у Дранги отодрал, да? Обалдеть, а! Какая звезда, такой рояль. Ну, рахет. Ой, это музыкальный кальян, дуют не в себя, а от себя, и играют не перебором, а исключительно перегаром. Ну, давай, фуга, не чуть. Слушай, нормально звучит инструментик. Как-то ямана. Да, клево. А еще мы куда-нибудь ну-ка пристроить трубку, чтобы петь. Да. Что такое, не понял? Дуем. Оба! Обачки! Носа! Носа! Таблетки от склероза! Ай-ай, а давай! Кого хочешь выбирать? Воздух. Еще одна попытка спеть. Сделай физическое напоминание. Если я пою, ты играешь. Ты... Ну, ты знаешь? Вы знаете... Я знаю, ты знаешь? Вы знаете. Я пел в большом цеху. Все, объясняю по-колхозному. Три пальца через один. Черные клавиши не вздумай трогать, все равно не попадешь. Так, не дуть или нет? Размер унца-унца. Ой, блин. Ну и рожа. Обалдеть. Не знаешь, кто это, а? Празднуешь, уже 5 утра. Ну, братан, ты сам уж хочешь пой, хочешь играй, ёханый бабай.